Это все помогает. Это большой спасательный круг при таких болезнях. Жизненно необходимая процедура диализа для Александра Огничева стала почти год назад. Почечная недостаточность развивается постепенно. Сначала отеки, анемия, потом и вовсе невозможность организма выводить жидкость. В результате функцию фильтрации вместо своих выполняют искусственные почки. Визиты в клинику Александр Георгиевич совершает 3 раза в неделю и проводит там по 4 часа в день. Спасибо коллективу, зал отделению Егору Викторовичу. Вот, и медсестрам все. Очень хорошие отношения, прекрасно. Все понимают, все хорошо. В отделении гемодиализа пациенты чувствуют себя комфортно. Есть телевизор и удобные койки. Кроме того, процедурные залы сформированы по типу реанимационных палат. Здесь есть аппараты для искусственной вентиляции легких, все системы слежения и реанимационная техника. А главное, новые аппараты, которые дают возможность пациентам чувствовать себя лучше. По своему состоянию здоровья чувствую, что оно более высокоэффективно делает эту процедуру для организма. То есть мы, пациенты чувствуют себя более лучше. То есть наше состояние. Это искусственная почка экспертного класса. Доктору достаточно задать параметры пациента, цель лечения, а все остальные настройки подбираются в автоматическом режиме. Еще один установлен в отделении реанимации. Всего в отделении гемодиализа 13 жизненно необходимых аппаратов. Таким образом, количество пациентов увеличилось с 42 до 78. 44 программных наших пациента. Помимо этого, мы оказываем помощь всем пациентам, находящимся на стационарном лечении из других диализных центров города Сочи. А всего их насчитывается 4. Медицинская помощь оказывается так называемым гостевым пациентам. То есть это пациенты, которые приезжают на отдых в город Сочи. И они также могут получать диализ в отделении гемодиализа 4-й городской больницы, имея только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Почечная недостаточность – это заболевание, которое предполагает либо донорскую пересадку, либо пожизненное прохождение процедуры искусственной почки. За прошедший год в 4-й горбольнице процедуру диализа прошли более 700 человек из разных регионов страны и зарубежья. Помимо этого, более 1200 процедур были проведены по экстренным показаниям. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.